Дорожники и депутаты Владивостока ведут приемку объектов после ремонта. В перечень наказов депутатов вошло благоустройство пешеходных зон, асфальтирование межквартальных проездов и подъездов к многоквартирным домам. В этом году поступило 19 инициативных предложений от депутатов. Все они были реализованы в этом году. Может быть, это не такие масштабные проекты, не такие финансово емкие, как ремонт дорог, но они выражают волю определенного круга избирателей, жителей округа. Поэтому были реализованы. Один из объектов – пешеходная зона от Виадука в районе проспекта Красного Знамени 65 до Некрасовской 82. Здесь уже благоустроили тротуар и готовятся к монтажу поручней. О наказах избирателей, как мы знаем, это немножко изменившаяся традиция. Теперь это инициативные предложения жителей. И, конечно, депутат старается быть полезен своему округу. Ну вот, собственно, я при общении с жителями узнала о такой проблеме. Ну и, соответственно, сама неоднократно здесь, проходя, видела в состоянии пешеходного участка. Отремонтировано и несколько проездов в микрорайоне «Снеговая Пать». В этом году мы сделали больную точку на Горшкова 40, вот здесь, где мы с вами стоим. Здесь ужасное состояние было придомовой территории вот этого проезда. Это муниципальная дорога. Полностью ее восстановили. Вначале речь шла только о подъездах, но подрядчик сделал нам и дорогу вдоль подъездов. Отметим, уже сейчас депутаты и администрация Владивостока вместе с жителями занимаются проработкой участия в программе благоустройства на следующие годы. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.